Всем привет, это Сами с Усами. Сегодня у нас будет видос, кардинально отличающийся от всех предыдущих. В общем, есть у меня группа ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании под видео. И там частенько появляются люди с золотейшими руками, которые делают что-то очень классное. Я решил поделиться работами одного из таких людей. Его зовут Голосков Роман из города Моршанска. Он делает шикарнейшие мотоциклы из пластилина. И я решил показать его работы гораздо большей аудитории, чем группа ВКонтакте. Человек этого реально достоин. Будет, правда, сделано в форме скромного такого плейлиста из фотографий, но ничего страшного, суть мы передадим. Работы Романа достойны уважения, поэтому лайк под видос приветствуется. Напишите в комментарии, какой из мотоциклов вам понравился больше всего. Я думаю, будет это интересно и мне лично, многим подписчикам, ну и Роману в частности. Ну и в качестве небольшого презента за такие золотые руки я решил подарить Роману вот такой вот мотоцикл в 18 масштабе, так как большинство его работ, насколько я понимаю, тоже в 18 масштабе. Я ему еще предлагал кое-какие запчасти от пластиковых моделей мотоциклов. Ну, не знаю, надумает, сообщит, я тоже отправлю. Но основной подарочек – это вот такой вот мотоцикл. Не знаю, я очень уважаю творческих людей, их не так много, поэтому по возможности хотелось бы их поддерживать. Если ваши работы тоже достойны и о них мало кто знает, вы можете скидывать их в группе ВКонтакте, как я уже сказал, ссылочка будет в описании под видео. И, возможно, ваши работы станут одним из следующих видео на канале Сами с Усами. В общем, с вас лайк, коммент под видос, подписочка на канал, будет много интересного. Буду стараться искать творческих людей, благо их становится все больше и больше. Приятного просмотра, пока-пока!